If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. Say that our love ain't water under the bridge. What are you waiting for? You never seem to make it through the door. And who are you hiding from? It ain't no life to live like you're on the run. Have I ever asked for much? The only thing that I want is your love. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. Say that our love ain't water under the bridge. It's so Так, все, я тут. Настя, ты говори, если тебе скину. Типа, я жуткий фанат Адель, я, к сожалению, на ее концерт, думаю, никогда в жизни не попаду, но... Типа, песенки я на стриме послушать с удовольствием. Да. А что так громко? Смотрю, как там на опере громко, нет? Ой, на опере, на ОБСке. Милая, ты наконец очнулась, ты дома, моя дорогая? Хорошо, Ром, жду. Я дома, правда? Как же это здорово. Я так рада тебя видеть, пожалуйста, обними меня. Скоро, моя милая. А где мистер Полночь? Твой кот? Он сбежал сразу после того, что сделал. Что? Он сбежал? Но что он сделал? Твой кот убил мою сестру и твоего папу. Он предатель. Неправда. Это не может быть правдой. Это не он. Неважно, правда это или нет. Нам нужно свалить на кого-то вину. Разве нет? Но ты не можешь винить мистера Полночь. Он мой лучший друг. Не проще ли обвинить кого-нибудь другого, чем взять ответственность на себя? Я всегда буду нести ответственность за свои поступки, даже если они нехорошие. Какая хорошая девочка. Отдыхай, моя дорогая. Отдых тебе понадобится. Но, тетя Грейс, не оставляй меня. Почему я прикована к кровати? Потому что твои руки делают плохие вещи, когда они свободны. О чем ты говоришь? Освободи меня сейчас же. Я должна найти мистера Полночь. Милая, светлая крошка Френ, не беспокойся о лжи. Охотник за правдой умрет, ведь зло не будет скрываться. Милая, добрая крошка Френ, ложись спать и крепко спи. Забудь обо всем, не дай боли остаться. Ты избрана плакать, страдать, ненавидеть, и выбора нет совсем. Избавить тебя от кошмара,
Тьма рвется, так спи же ты крепко, моя крошка Френ. Да. Нет, не оставляй меня здесь. Тетя Грейс, вернись, пожалуйста. Почему она ведет себя так странно? Зачем винить мистера Полночь? Котик не мог убить моих родителей. У него крошечные мягкие лапки. Лишь бы с ним все было хорошо. Но что мне теперь делать? Тик-так, тик-так. Безумный звук. Он не прекращается. Кажется, я поняла. Часовщик сказал, что время — это свойственная реальность. Возможно, в этой комнате есть другая версия меня из другого времени. Или я просто все выдумываю. Но если это правда, как мне с ней связаться? Доктор Дин сказал, что все в моей голове. Привет, Лёшка, еще раз. Ура, меня познали настоящую. Аня мерзкая. Ох, медсестры всегда приковывали меня к кровати. Так. Время от часов с кукушкой. Может, вены порезать? Боже, нет, не работает. Хотела бы, чтобы мистер Полночь залез через это окно и спас меня. И ветер развеял магическую пыльцу. Ой, привет, что ты делаешь в моей кровати? Болеешь? В твоей кровати? Это моя кровать. И нет, я не болею. Но ты прикована. Ты собака? Погоди, я тебя знаю. Я не собака, и да, я прикована. Ты можешь меня освободить? Ничего себе. Ты? Это я? Ты в самом деле я? Думаешь? Тогда это означает, что мне удалось попасть внутрь реальность. Ты уже встречалась с Эдвардом? Он постоянно об этом говорит. Да, мы встретились, но я не видела вас в момент крушения. Мы потерпели крушение. Значит, ты разбилась. Хорошо, Ромочка. Я не разбилась. Почему ты так говоришь? Подумай. Единственный способ попасть в ультрареальность — это разбить глаза и уши. Прорваться сквозь физическое ограничение. Звучит ужасно. Думаешь, я умерла? Нет, не совсем. Они сказали, что смерть — это только психическое состояние. Они? Кто они? Существа, которых мы можем видеть. Черные, белые. Ты знаешь, почему мы их видим? Да, однажды человек по имени Леон пришел в гости и все мне рассказал. Ох, тогда расскажи мне, почему вы видите? Почему мы видим все это? Давай сначала откроем твои наручники, а потом мы сможем поговорить. Хорошая идея. Мне также нужно найти мистера Полночь, думаю, он в опасности. Тетя Грейс винит его в смерти наших родителей. Кто такой мистер Полночь? Что? Это наш котик, ты не знаешь? Наш лучший друг. У меня нет кота. Кажется, вот в чем наше различие. В любом случае, давай освободим тебя. Так вышло, что я собираю ключи. Я скоро вернусь. Ага, теперь я за эту Рен играю. Сначала она такая стрёмная. О, я хочу такую рубашку. Так. Ну, красивое желтое платье. Есть ключ. Моя коллекция ключей. Надеюсь, что я смогу освободить другую Фрэм. Карандаши и спички. Эстеты и истерички. Ой, простите. Так, сейчас. Посмотрим, какой ключ. Сейчас чуть-чуть потише сделаю. Мне кажется, очень громкая игра. Этот маленький. Не подходит. Ага, открыто. Большое спасибо, Френ. У тебя на самом деле много ключей. Да, а у тебя нет? Ох, Френ, пока не забыла. Паландра сказал мне, что если мы встретимся, я должна передать тебе это. Вот, думаю, это поможет тебе кое-что открыть. Ландрас, ты тоже его знаешь? Ух ты, спасибо. Да, он также сказал, что ты должна быть готова к тому, с чем столкнешься. Эта девочка страшненькая какая-то. Но это она и есть. Просто тут ее как-то намалевали. Что? Готова к чему? Скажи мне. Ох, нет, я не могу сейчас. Она идет. Тихо.
Пошли, Френ, ты должна увидеться с доктором. Нет, не уходи, малышка Френ. Нам нужно о многом поговорить. Эта медсестра плохая-преплохая. Это она наврала газетам обо мне. Так или иначе, я должна найти монстра. Я уверена, что он забрал мистера Полночь. Но никто не смеет забирать у меня котика. Никто. Почему нож не здесь? Маленькая золотая шкатулка пережила. Все эти вопли и сопли сводили меня с ума. Я прижал ее за уши дважды за левое и один раз за правое. А дважды потер ее единственный глаз. Проверить, заплачет ли она в этот раз. Один раз схватил за левое ухо и начал кричать. «Хватит ныть, золотая шкатулка, нажми снова на глаз и откройся сейчас». Подождите, я сфоткаю. Это шифр, как ее открывать. Оп. Ну-ка. Бля, не то. Сори. Я прижал ее за уши, дважды за левое. Один раз за правое. Я дважды потер ее единственный глаз. Проверь, заплачет ли она в этот раз. Один раз схватил за левое ухо. Начал кричать. Хватит ныть, золотая шкатулка. Нажми снова на глаз и откройся сейчас. Отлично. Боже мой, она открылась, я мастер. Что-то такое? Мабука, проснись, мать Мабука. Рогатый ребенок играет с огнем. Волки разгневались, их свет слишком ярок. Мать Мабука, проснись, отступи от дитя. Прежде чем тьма исчезнет в светлых руках. Мабука, проснись. Проснуться должна. Давайте соберем часы и кок на спине огромного кота. Слишком едкие пузыри, чересчур ярок свет, зарыдала она. Я Мабука, мать тьмы. Отворю свое сердце. Прошу, заберите мое злое рогатое дитя и погасите огни. Разработано Когвиндом часы Эког. Пустой портфель, рабочая лампочка, часы будильник, бутылка с водой, кусок мыла, одна перчатка, черный шнурок, клавиши пианино. Сейчас. Ой, простите, я немножко зеваю. Ах, это Алиса из школы, мы любили вместе играть. Алиса? Привет, Вер. Смотрите, у нее ключ какой-то. Она рассказывала мне эти истории об стране, которая была... Это пасхалка на Алису в стране чудес. Класс. Шарики. Нет, еще котика я не вскрывал. Сейчас вскрою. Ой. Что происходит? Я их не могу, хорошо. Возьмем это маленькое пианино, чтобы играть чудесные мелодии. А что это такое? Есть какой-то смысл это делать? Тесла, он любит играть с энергией.
Скажи, кукушка, пропой. Ой-ой-ой. Какой большой глаз, на что ты смотришь? А, ключ, чтобы открыть то, что закрыто. Ключ не подходит. Не подходит. Наверное, к четвертой, раз квадрат. Ладно, к пятой. Да, глазик. Не думаю, что это уместно, мисс. Извините, но мне нужен этот ключ. Здесь много дверей, я хочу ее открыть. Скажите своему другу, чтобы он был так любезен открыть свой рот. Он не откроет, никогда не открывает. Кроме того, его зубы укреплены. Будет сложно достать ключ, не побеспокоив его. Укрепленные зубы, ясно. Посмотрим, что можно сделать. А кто вы, если не секрет? Ну, я Френ. Приятно познакомиться, Френ. Я Роберто. Добро пожаловать в логово Мабуки. Мабука? Кто это? Ты не знаешь, кто такая Мабука? Не знаешь? Пойди сейчас же, просто уходи. Но, Роберто, сэр, я здесь впервые. Не судите меня за незнание. Лучше расскажите, кто такая Мабука, чтобы я знала. Ладно, ладно. Мабука — мать тьмы. Самой темной тьмы, мрака, конца света. Мабука — мать всех существ из пятой реальности. Что? Я в пятой реальности? Я думал, Рэмор здесь король. Ха, Рэмор, жуткая чернота, сын тьмы. Никто его особо не любит, ты должна уйти, я сказал достаточно. Хорошо, скоро вернусь, я должна забрать ключ у вашего друга. Кчак. В домике. Не понимаю, как там. Я кому-то позвонил. Понял. Ну, я поиграться хотел. Сейчас я в домике ключик возьму. Я так думаю, там просто нужно поискать его, под чем он лежит. А, вот он. Ключ. Ну, мы счету... Кому-то не обследовали полностью. Хочу чак-чак. Кого? Итвард забыл свой цилиндр. Или цилиндр забыл его голову? Ой, май. Тебя беспокоит стук моего сердца? Оно может внезапно остановиться, это будет концом. Понятно, стример не шарит. Лучше на подобие его муравей. Че? Я не хочу думать о своем сердцебиении. Мне нужно только мыло. Мыло? У тебя проблемы с гигиеной? Да, ужасная проблема с гигиеной. Такое чувство, что мне плоть гниет изнутри. Звучит вкусно, не думаю, что это проблема. Для тебя может быть. Просто дай мне это мыло на некоторое время. Ну ладно, бери оно твое. Берегись похитителей, они любят детей, которые пахнут мылом. Они едят их тела и оставляют себе головы с красивыми детскими лицами. Как ужасно, я буду осторожна, спасибо за мыло, увидимся. Да-да-да, только не уронить мыло. Помню, как мой друг промыл руку. Господи, это было что-то с чем-то. Говорит, если вы уронили мыло, просто присядьте и булками его подберите.
Нарушитель-лазутчик почему-то зашла, не представившись. Я около, глаз извне, узри мою красоту. Ох, извини, какой ты большой, должно быть, ты хорошо видишь. Я вижу все, и даже больше. Все? Ты видишь моего кота? Твоего кота? Разве такое возможно, что ты владелица кота? Ты королевских кровей? Нет, не владелица, но мы в дружеских отношениях. Друзья, как мило. И да, я видел кота сегодня ранее. Он молил о помощи, сидя в клетке. Носитель клетки вошел в подземелье Мабуки. Он все еще там, в клетке. Можешь описать кота, которого ты видел? Большие желтые глаза, розовый нос, еще шерсть очень темная, как глубокая ночь. Это мой друг, мистер Полночь, я должна найти его. Но Мабука спит, ее пробуждение может обернуться кошмаром. Я ее не боюсь. Что ж, бери в моем доме все, что захочешь. Ты храбрая, я очень уважаю храбрость. Спасибо, Око. Кстати, я в Прайд еще увидимся. Что это такое? Бутылка, я на нее сяду, пожалуй. Ставьте пуговицу. Бутылка, мыло, как бы да, все понятно. Про что вы там говорите, поехавшая вот? Графических развалинах. Кусок мыла, черный шнур, клавиши пианино. Одна перчатка. А, графские развалины. И да, я читать не умею. Сори, но я тупой. Что-то я видел пуговицу. Слышу. Ибо сосов, ой. Все, я молчу. Да, Рома пизды даст, по-моему, вообще. Ужас будет. Поэтому я лучше не буду говорить. Про то, что я тупой, хотя я тупой, ой. А че еще? Зачем эта штука? Мой школьный портфель. Все. Это, я так понимаю, пустой портфель. Бутылка ему зубы разбить. Ну, не получится. Умирает еще до сих пор. Умереть не может. Розочку сделал. Попочикаем его. Че он так на меня смотрит? Надеюсь, ты скоро найдешь своего друга кота. Я все еще вижу его в клетке. Спасибо. Зачем мне шарики? Мне шарики вообще нужны.
Не. У нее нет питания. Как все сложно. Начались опять вот эти вот загадки. Бля, я уже думал, она тыкнуть хочет. Я бы тыкнул. Серьезно? Чё кушать? Я специально покушал перед стримом два раза. Я вижу, что розочка лежит, но она не активна. Или подожди. А, нет, только кран. Но розу подобрать нельзя. Да, теперь садись на нее. Бля, как сложно. Точно здесь никаких пуговиц нет в этой комнате? Все потыкаю. Ну, вдруг. О, как это было сложно. С ума сойти. Я бы никогда не додумался. Я же говорю, просто методом клика надо было пробовать. Владик, ты чё? Отключила машину. А. Да еще что-нибудь. Ну ладно. Нам какой музон крутой. Ну, получше, чем модель в начале была, да? Да, пойдем зубы рвать черепу. Вот у меня сразу, я вижу какое-то препятствие, я сразу за ножом в сумку лезу. Ну. Ой. Ай, мне аж больно стало на душе. Как ты могла? Надеюсь, кто-то даже тоже выделит тебе свои зубы. Зубная фея, я уже забрал все мои молочные зубы. Безумие, правда? Ах, страшно. Я все детство, кстати, у дантистов провел. Такой пипец. Еще брекеты потом носил. 2,5 года. Котик. Часы будильник, прекрасно. Давайте их срежем. Я без укола не ходил, даже в больницу.
Мне, типа, вырывали зубы, по-моему, только, не знаю, раза два или три. Ой, страшно. Но, типа, вот, лечить зубы я не боюсь. Уже просто с детства дофига сидел, по-моему, не знаю. Этими зубами. Меня, типа, спрашивают, вам обезболивающее вкалывать или не надо? Я говорю, не надо, я уже привык. Вот рвать я прям боюсь. А вот запах прям, у меня прям... Я чуть ли не умираю от запаха. Извините, мне очень нужен ключ, который висит за вами. Прости, но я не говорю с незнакомцем. Вам не нужно говорить, просто позвольте мне взять ключ. Если я решил не разговаривать с незнакомцами, я их не слушаю. Какое разочарование? У меня есть вопрос. Вы застряли на этом деле? Я крепко привязан к нему. Почему ты спрашиваешь? Мне просто любопытно. Увидимся позже. Пойду башку, пойду, скоро буду. Ага, Настя, мы тебя поняли. Можно по дереву забраться? Нет? Что такое? Вот что это такое у кота за щель? Спина огромного кота. Должно быть, это для чего-то важного. Например. Рабочая лампа. Я помню, где я лампу видел. Ну вот, у меня все есть. А, я понял, кажется. Какой я умный. В скобочках нет. Как обычно, все идет в жопу. Ох, боже мой, это потрясающе. Часы Эко, они готовы. Только знак вопроса, как мне ключ достать. Извините, мне очень нужен ключ, который висит. Да, то же самое, да. Давай мы тебя срежем, нахуй. Бля, я не знаю. Я прям вот чувствовал, можно ж ножом его срезать. Чё ему не знаю. Смотрите, я нашел волшебную расческу для волос. Разве это не здорово? Не знаю, расческа, что это? Она сделает ваши волосы очень красивыми и мягкими. Хотите попробовать? Я не знаю, это опасно. Это очень приятно, если расчесывать плавно. Хорошо, давай попробуем. Блин, ну мы же обожжемся. Хорошо, только обещайте, что не сожжете меня, ладно? Я могу обжечь, только если я в опасности. Будь нежной, ничего плохого не случится. Хорошо, я нежна. Сработало. Что со мной происходит? Я никогда такого не испытывал. Но как вы, Люциферн? Все люциферны, которых я встречала, делают так.
Правда? Что ж, большое тебе спасибо, прекрасное ощущение. Я чувствую, что мне нужно улететь. Хорошо. Ага, интересно. Чем бы его схватить? Залезть по дереву нельзя. Эти часы нахуй мы их собирали. Чем нужно поищем что-нибудь еще. А это что такое? Простите, внизу кто-то есть? Да, я кто-нибудь. Здравствуйте, вы видели черного кота? Нет, я не видел кота, но я вижу черную штуку, которая меня ест. Ест вас? Думаю, это Камала. Вы в порядке? Нет, не совсем. Я хорошо себя чувствую, мне грустно. А, я не хорошо себя чувствую. Может, я смогу вам помочь? Я уже избавлялась от Камала самостоятельно. Правда? Звучит многообещающе. Я хотел бы снова стать счастливчиком. Посмотрим, что я смогу для вас сделать, не волнуйтесь. Камал боится воды. У меня есть вода. Я придумал, может, шарики наполнить водой и покидать в мой имя? Ну-ка. Если моя теория верна. Ну все, трындец ему. Спасибо. Ну точно как я кидает. Ух ты, я больше не чувствую грусть, спасибо.
Не беспокойтесь, я рада, что вы чувствуете себя лучше. Я действительно чувствую себя лучше. Позволь мне кое-что дать взамен. Ветка. Вот, часть меня. Ты можешь посадить ее, если захочешь. Не, спасибо, сэр. Мне нужно идти. Я должна спасти своего кота. Надеюсь, ты его найдешь. Увидимся. Ветка. О, может, ветка ключ можно взять? Ну-ка. Надеюсь, она не маленькая. Ветка. Как все сложно. Фантастика, я не... А, я могу до него добраться, теперь ключ у меня. А, отлично. Ок. Так понимаю, это мать Мабука? Смерть от черви. Пумба! А где Тимон? Побьется словно сердце. Существо, прибывшее сверху. Убирайся из логова Мабуки. Тебе здесь не рады. Извините, но я ищу своего кота, и мне нужно пробудить Мабуку. Просто Мабуку? Для тебя мать Мабука, высокомерное дитя. И как ты собираешься ее пробудить? Сумасшедшими идеями Когвинда? Когвинд хороший часовщик, он не сумасшедший. Ох, как ты его знаешь, полагаю, ты была в Иверсте. Ужасное место, позволю себе сказать, слишком ослепляющее. Что ж, именно туда я отправлюсь, после того, как найду своего котика. Твоему крошечному уму там самое место, вместо с этими скучными существами. Я ухожу, злое дерево, мой котик ждет меня. Ну чё, мать Мабука, просыпаемся. Я тот самый сосед, который тебя разбудит. Берегитесь, Мабуки. Пробужденная тьма восстала из неизведанного. Ой, простите, что разбудила вас, мать Мабука, но мне нужна ваша помощь. Мне кто-то скажет, кто это существо? Очень нагло для такого тельца. Прошу прощения, но я могу ответить сама. Я Фред Боу, человеческая девочка. Мне 11 лет, я очень храбрая. Человек в логове Мабуки? Забавно. Что привело тебя сюда, или кто? По-видимому, это Рэмор. Кажется, он ваш сын, не так ли? Мой сын уже проник в твою голову? Вы имеете в виду, вскрыл ли он мою голову? Не думаю. Ты пила или ела красноватое зелье или бобы? Каким же ты выражением читаешь? Привет, Дань. Бобы? Мои таблетки похожи на красные бобы. Так что да, я принимала всю банку. Тогда я не могу применять к тебе насилие. Сила была выпущена. Надеюсь, внизу ты найдешь то, что ищешь. Спасибо. Но что за сила была выпущена? Может мне рассказать? Можете мне рассказать? Сила внутри тебя. Разве ты не знаешь? Ты избрана 5 реальностями, чтобы стать хранителем ключа. 5 реальностей были созданы параллельно со временем. Что? О чем вы говорите? Хранитель ключа? Кто вам это сказал? Давным-давно великие Валаки из Праймив поведали нам все. Сын Тьмы будет охотиться за Хранителем, который вкусил красное семя. Ты слишком молода, должна сказать, слишком, чтобы стать Хранителем Ключа. Есть в тебе что-то? С тобой происходило что-нибудь мрачное? Я думаю, что Рэмор убил моих родителей. Представьте, как я себя чувствую. Я и есть эти чувства, Френдбол. Я. Все зловещее, что можешь себе представить. Красное семя? Я питаюсь слезами и горем, отчаянием и страхом. Почему вас не волнует, что Рэмор убил моих родителей? Я думала, вы хорошая. Мне любопытно узнать причину, если тебе станет легче. Теперь я понимаю, это и есть причина. Ты ищешь правду. Вперед, хранитель ключа. Будь храброй. Я открою тебе свое сердце. Лично. Мне нравится эта музыка. Спокойненькая. О, опять я.
в униформе медсестры. Я тебя знаю, ты забрала кое-что у меня, не так ли, маленькая воровка? Это та нюрса, которая сидела со спицами. Где моя спица, а? Ты заколол ей всеми маленьких друзей? Что, спица? Вы та мертвая медсестра из клиники Освальда? Разве выгляжу мертвой, а, маленькое чудовище? Не могла бы ли ты взять номер? И сидишь здесь в своей очереди в зале ожидания. Но, мисс, мне не нужна медицинская помощь, я просто хочу найти своего котика. Возьми номер и жди. Я не стану повторять. Номер 107. Возьму номер, надеюсь, он будет хороший. Ах, интересно, сколько мне еще ждать? Несколько часов? Может быть, дней? Ха, я жду уже неделю. Сколько ждут остальные? Я жду целый месяц. Но у меня номер 2, должна быть скоро моя очередь. Я жду 3,5 недели. Совершенно безнадежно. Простите, есть ли способ все ускорить? Да, стать доктором самому. Это бы ускорило. И помогло бы всем. Тогда почему бы вам самим стать не доктором? Это из Битлджуса Стэна? Я не могу, потому что я болен. Я не могу. Мой коглаз ослеп. У меня сломан рог, понимаешь? Я не могу стать доктором. Я должен быть пациентом. Я тоже не могу. Я потерял способность пугать себя перед зеркалом. Ну, я вообще больна. Прошу, позвольте мне пройти перед вами. Хорошо? Я не могу. Я даже не знаю, какая у меня болезнь. Вот почему я здесь. Я, кстати, уже не доктор. Мысля. Как вы можете знать, что у вас болит? Это очень трудный вопрос. Сделай его мягче. Как я могу сделать вопрос мягче? Это очень странно. Эй, ты, пробовал вытащить свои глаза. Иногда помогает. Тьфу, хватит. С вами невозможно говорить разумно. Конечно. Ты не можешь нас понять. Ты не та, кто видит все. Ты знаешь сколько, только... Ты знаешь нас только минуту. Этого времени достаточно, чтобы все понять. Это так. Но Вова неплохо использует некий здравый смысл. Почему? Что здравый смысл может такого, что не может незаурядный? Ну, он помогает понять лучше друг друга. В любом случае, мы хорошо друг друга понимаем. Да, отлично понимаем. Мы уважаем различия. Ладно, мне пора идти. Просто ты когда читал, говорил, я сказал, почему вам не стать доктором, оговорился. Понял. Ебал, в рот с телефона сидеть, я всю жизнь с телефона сижу. А что это за дверь, кстати? Заперто, но здесь нет замочной скважины. Это не та дверь, где фотка лежит. Так, мать Мабука. А как выйти отсюда? По-моему, вот этот видит все на свете. Ну-ка. Блять. Почему он не может сказать мне про историю болезни? Мой коглаз сломан. Большой глаз сказал мне, что это потому, что она все видит. Чё? Большой глаз. Бля. Так нравится мелодия здесь. Ох, ожидание было веселым в начале, а теперь стало скучно ждать. Думаю, мой рог не отрастет снова, я скоро буду очень зол на этого. Да, будто в лифте едешь. Ешь экран, у меня номер 2, скоро моя очередь. Должно быть это экран с номером. У меня номер 7. Пройдет вечность, прежде чем я попаду туда.
Эй, детка, сейчас моя очередь говорить с медсестрой, понятно? Если ты не подождешь и не оставишь нас в покое, я порву тебя на куски и съем. Фу, вы дети детей, разве вы не знали, что вы дети? Что дети не спелые? Эй, оставь пациента в покое. Доктор определяет тяжесть твоего заболевания. Не волнуйся. А, определит. О, я тупой. Я этого не говорил, Ром. Почему глаз не хочет мне сказать о болезни? Что мне делать? О. Можно ли мне поменяться с эталонами? У меня номер 7. Нет, я должен узнать, больно ли мне. Мне нужно узнать свою болезнь. Что если я выясню, какая у вас болезнь, тогда вы отдали бы мне талон? Конечно, если я буду все еще здесь, когда ты вернешься. О, я придумал. Теперь глаз, я думаю, скажет мне болезнь, он же все видит. Извини, мне нужна твоя помощь. Конечно, нужна. Что я могу для тебя сделать? Можешь сказать, каким заболеванием страдает существо с номером 2? Он в зале ожидания ждет. Посмотрим. Ага, я вижу его. Насколько я понимаю, это вовсе не болезнь. Это лишь головная боль, вызванная низким уровнем агонии. Ух ты, ему нужно как-то помочь. И необходимо его... Мне необходим его талон. Да, выплакай все слезы, что можешь в эту бутылку. Но не забывай, они должны быть вызваны неподдельной печалью. Это не составит затруднения. У меня довольно проблемный период в жизни, господи. Я думала, что все наладится, когда мы с котиком вернемся домой. Но сейчас все так запутаны. Тетя Грейс полностью обезумела. Разговор с ней был ужасен, я действительно доверяла ей. Я не знала, что теперь делать. Мабука сказала, что я была избрана для чего-то. Но она снова уснула и не отвечает на мои вопросы. Мне нужен мой котик. Объяснение мистера Полн, объятие мистера Полночь, самое большое утешение в моей жизни. Я хочу найти его, чтобы мы могли вернуть свой верст и быть счастливы. Прекрасная боль, такая глубокая. Бутылка полна слез. Отдай существу, у которого твой талон. Ступай, время никого не ждет. Спасибо, я пойду, до свидания. У него головная яйцехуйка. Говорил мне что-то про хуи. Ну, Даня как бы могёл. Он эксперт по хуям. Ой. Я так понимаю, раз он диагнозы ставит. Держите, выпейте, это вам полегчает. Ой, пытаешься меня травить? Ага, как мило, давай посмотрим. На вкус это самый содержательный темный эликсир, который я когда-либо пробовал. Дай мне еще, еще! Нет, оставьте меня в покое. Вы обещали дать свой талон, если я помогу. Ладно, держи. Спасибо, Настя. И спасибо, твои слезы восхитительны на вкус. Опа. ББ, ребят. Заперто, но здесь нет замочной скважины. Здравствуй, пациент номер 2. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти тебя. У тебя назначено? Не совсем, вы сказали мне взять номер и ждать. Прости, мы не помогаем больным людям без предварительной записи. Но я не больна, я потеряла своего котика и просто хочу найти его. Потеряла котика? Не волнуйся, это естественная реакция на твою болезнь. Хотя, тебе повезло. Многие вместо этого сходят с ума. Да, не повезло. Но как мне попасть на прием? Ох, просто позвони ему. Вот моя визитка с номером телефона. Но почему я должна вам звонить? Почему я не могу записаться сейчас? Ох, это было бы глупо, потому что теперь я жду твоего звонка. Ох, хорошо, я пойду позвоню.
Ой, здравствуйте, вы сказали мне позвонить, чтобы записаться на прием. Это Френбол. Ага. Я свободна сейчас. Нет, да, у меня есть пара глаз, правда? Хорошо. Увидимся через минуту. Хорошо, отлично, спасибо, пока, да, пока. Вот где-то по телефону полялякать можно. Ой, это прекрасная музыка. Здравствуй, пациент номер 2, у тебя назначено? Да, меня зовут Френбол, мне назначено на сейчас. Сейчас гляну в архивах. Да, ты записана. Доктор освободит тебя через минуту, просто пройди в правую дверь. Хорошо, спасибо. Прости, я тебя напугала? Ты довольно бледный. А, это голос Френ, черт. Фух, да-да, какой ужас, ты похож на здорового человека. Ой, спасибо, наверное, я теперь, если не возражаешь, мне назначен прием. Вообще-то я не возражаю, потому что это не мое дело. Вроде тут ачивка будет. Хорошо, я держу ухо востро. Ты еще не решила покончить с собой? Разве тебе не хватит всей этой боли? Тремор, не так ли? У меня не было возможности представиться должным образом. К сожалению, меня нельзя видеть в третьей реальности продолжительное время. Я Ремор, жуткая чернота, принц тьмы. Я знаю, кто ты. Не сделай вид, будто ничего не произошло. Ты убил моих родителей. Где мой кот? Что ты сделал с доктором Дирном? Я наслаждался страданиями, что текут из твоих глаз. Я питаюсь ими. Ты проявление моих желаний. Я могу использовать тебя для всего, что захочу. Жирное это про меня? Ты под моей властью. Это неправда. Больше нет. Я больше не позволю себя обманывать. Скажи мне, почему ты убил моих родителей? Почему? Ты полагаешь, что это сделал я такую ужасную вещь? Я видел тебя за окном в ту ночь. Должно быть, ты это сделал. Ты слишком доверяешь своим глазам. Разве ты не знала, что людские рецепторы слабы? Твое тело хрупко. Или хрупко, как правильно. Хрупко. Его легко повредить. Это гибрид слов урод и жирный. Нет, не может быть. Прекрати. Я этого не делала, нет. Это была не я. Прекрати, пожалуйста. Кто это сделал, моя дорогая? Кто убил твоих родителей? Глупая маленькая тварь. Должна помучиться и умереть, прежде чем стать звездой. Я не убивала своих родителей. Не убивала. Этот монстр хочет меня обмануть, я знаю. Я здесь вокруг сумасшедший. Я должна найти котика и уйти. Ах, снова закрыто. Котик, мой милый котик, я рядом, ты в порядке? Котик, ответь мне, что с тобой? Мяу, мяу. Почему ты не говоришь со мной, мистер Полночь? Пожалуйста, не поступай так со мной. Говори со мной, мистер Полночь, это не смешно. Пробуй эту дверь закрыть. Ага. Это все из-за места, правда? Ты должен выбраться отсюда, чтобы поговорить со мной. Я отнесу тебя в Версту, мой дорогой. Ландрас нам поможет. Я обещаю, ничто нас больше не разлучит. Мяу. Ох, котик, я скоро вернусь. Я должна помочь доктору Дирну, хорошо? Кажется, он в беде. Эту дверь закрыть.
Понятно. Получен достижение The Old Story. Центр исследования мозга и фенома шишковидной железы. Кристин Фонтен, Лара и Мия Бухольме. Вот они. Гладис Ханна, Грейс и Люсия Дегенхарт. Это... Подождите, Клара, Мия, старая медсестра из лечебницы. Это тетя, это мама Френ, доктор Леон Кастильо. Это человек, который был подвержен, чей дневник мы читали, и доктор Освальд Гаррисон. Это не основатель психушки? Это не та старая медсестра? Шприц, в нем красная жидкость. Что это может быть? Три раза повернуть рубильник? Что делает этот рычаг? Ой, электрический ток. Думаю, не буду его трогать. Что делает этот рычаг? Ой, электрический ток. Думаю, не буду его трогать. Ой, что делает этот рычаг? Я поудил ативку. Давайте еще раз. Ой. Все, больше не буду. Это старик. Доктор Освальд. Доктор Дирн, вы в порядке, сэр? Сэр, очнитесь, пожалуйста, очнитесь, доктор Дирн, вы живы, сэр? Я его тут шоком пошугал и спрашиваю, жив ли он? Ой, чуть-чуть кофе. Ах, что мне делать, чтобы разбудить его? Френ. Просыпайся. Проснулся? Нет. Я понял, если что, я шприц в себя... Буду токсиком шприц в себя валил. Пожалуйста, поговори со мной, очень скучаю, мистер Полночь, скажи что-нибудь. А, ясно. Оп. Может, это его разбудит? А-а-а, проклятие, что это было? Не волнуйтесь, доктор Дирн, это я, Френ. А, что? Я не очень хорошо вижу. Френ Боу, сэр, из клиники Освальда. Мы были на кладбище, помните? Френ? Что произошло? Почему я привязан к стулу? Что ты сделала? Ох, я пыталась вам помочь, сэр. Большой монстр притащил вас сюда, вы должны идти. Хватит, Френ. Монстры? Я не в состоянии играть в игры. Хорошо, это был вовсе не монстр. Просто позвольте мне вам помочь. Что она здесь делает? Я думал, ты ее приковала. Ох, ну это так. Я говорила, что ее трудно усмирить. Мне избавиться от нее? Избавиться от меня? Тетя Грейс, почему ты так говоришь? Кто этот старик? Какая прелесть. Ты говоришь прямо как твоя мама, когда она та была маленькой. Моя мама? Вы знали ее? Кто вы? Я доктор Освальд Гаррисон. Я все о тебе знаю, Френ. Освальд? Из... клиники Освальда? Да, Френ. Тот самый старик. Откуда вы знаете мою маму и тетю? Много лет назад я изучал потрясающую сложность братьев и сестер-близнецов. Люсия и Грейс были частью моего исследования. Обе помогали мне найти ключ к успеху. Ключ? Вы знали, что моя мама с папой были убиты? Конечно. Рэмор очень помог нам. Мы были нужны ему так же, как он нужен был мне. Его сила манипуляции необучаема. Но я не понимаю, почему ты так спокойно к этому относишься? В конце концов, это ты держала нож. Я неспокойна, сэр. Кто такой Рэмор? Почему он охотится за мной? Скажите. Рэмор – проявление твоей слабости. Ослепленное и мощное проявление твоих страхов. Но почему монстр убил моих родителей?
потому что твои родители вмешивались в мою работу. На самом деле, я оказал тебе услугу. Ты страдала. А боль, связанная с ростом и силой Френ. Освальд, пожалуйста, давайте сделаем то, что должны. Тетя Грейс, не будьте такой злой. Мы же семья. Отпустите нас. Мы с котиком сможем найти себе место, не побеспокоив вас. Прошу, отпустите нас. Да, ты права, Френ. Мне жаль, что я так была жестока к тебе. Пойдем. Френ, дорогая, послушай меня. Ты должна быть знать, доктор Освальд желает тебе только самого лучшего. Когда Люсия была беременна тобой, он знал, что ты будешь особенной девочкой. Он велел нам позаботиться о тебе, но твоя мама нас предала. Она хотела спрятать тебя от нас. Она думала, что мы хотим тебя убить, но это не так. Освальд действительно желает тебе самого лучшего. Но для этого ты должна позволить ему привести себя на небольшой эксперимент. И тогда все будет хорошо? Конечно, но нам нужно позаботиться еще кое о чем. Маленький предатель должен сгинуть. Ну же, Фрэнк, прекрати ныть. Кот мертв. Но он был моим другом. Ты убила моего лучшего друга. Ты также могла убить моих родителей, не так ли? Помогла? Как ты можешь жить с этим? Я ненавижу тебя. Сейчас, секунду, мне звонят. Я вернулся. О, тупо мементо не усы. Прекрати, Френ! На помощь! Помогите! Прошу, помогите! Не смей трогать Грейс, маленькое чудовище. Боже мой, она совершенно обезумела. Принеси-ка мне ее, я проведу эксперимент, пока она еще теплая. Мне нужно немедленно извлечь мозг. Рен, ты в порядке? Что вы с ней сделали? Она пыталась меня убить. Вы были правы насчет Френ, доктор Дирн. Она была больна. Но у нее идет кровь. Позвольте мне позаботиться о ней. Мертвая женщина еще 40 минут женщины. Нет, ты этого не сделаешь. Она моя. Я много лет ждал этого момента. Искал правильного ребенка. Правильный мозг. Теперь, когда она у меня, ничто меня не остановит. Ох, Френ, все будет хорошо. Кто? Кто вы? Я Идвард, тот, о котором рассказывают многие дети. Но вы не человек? Эктобро, эктопро, палантрас, патакаист. Горска? Идвард, я нашел его. Боже мой, отойдите от девочки, оставьте ее в покое. Крошку Френ нужно излечить. Думаешь, мы сможем использовать то же тело?
Да, она еще не совсем ушла. Сейчас. О, мать Мабука, ты забрала невинность ребенка. Френ теперь и мертва, и жива. Очнись в темноте, Френ, и ты сможешь пройти к свету. Произошло. Итвард? Лантрас? Мое сердце болит. Мистер Полночь? Как? Ты жив, котик мой? Я так по тебе скучала. Прошу, скажи что-нибудь. Френ, мы должны идти. Идти? Хорошо. Родная медицина? Доктор Дирн, смотрите, это Итвард и Лантрас. Я рассказывала о них, помните? Я говорила, что они настоящие. Видите? Теперь вы мне верите? Он не слышит тебя. Думаю, сейчас он под властью Мабуки. Нам нужно уходить немедленно. Но он может пойти с нами, прошу. Он был очень добр ко мне. Он очень хотел пойти помочь и защитить меня. Мы не можем взять его с собой. Прости. Но мы можем заставить его поверить, что это был лишь сон. Он проснется и подумает, что ничего не произошло. Но он не вспомнит тебя, Фред. Понимаю. Что ж, думаю, ничего страшного, пока он в безопасности. Это очень мило. Наконец ты видишь дальше собственных желаний. Ты обрела единение. Твои родители гордились бы тобой. Вы действительно думаете... Ах, спасибо, Палантрас. А теперь давай отправим доктора Дирна домой. Марсель Дирн, анам векта садан эктон. Прощайте, доктор Дирн. Пойдем, Френ, ты должна еще столько увидеть и узнать. И звучит весело. Пойдем, котик. Я все еще многого не знаю. Но одно я знаю точно. Между чувством вины и страхом я выбираю счастье. Получено достижение The End. Кыш. Кстати. Так, может, пока есть время, ачивочки повыполняем? Или нет? Или мне без стрима их повыполнять? У меня просто две осталось. Когда между жизнью и бытием я выбираю сдохнуть. Давайте, пока у нас чуть-чуть времени есть, я выполню хотя бы одну с этим охранником тупым. Правда, я буду спидранить, так что я не знаю, кому будет интересно. Я читать не буду. О, так... Господи, это столько нужно спидранить, пипец. Всегда просто Б выбирай, хорошо. Thank you.
клип нашел. Ну, я потом посмотрю, сейчас не могу. Лёш. Восемь, девять, четыре, пять. Восемь, девять, четыре, пять. Ок. Ладно, надо туда сходить. О-о-о. Они просто думали подстроить, что Френ мертва, отправить его в психушку у доктора Освальда, который хотел ее мозги получить. А в итоге-то что получилось? А в итоге-то... Ну, кстати, это не Урса мертвая, которая вязала. В итоге-то Френ-то сбежала. Тупо доктор Освальд хуй пососал. Ага. Да иди ты нахуй, что тебе надо? Всегда выбирать Б. Хорошо. Ой, блять. Бля, я хз во что поиграть на компе. Блин, Лёш. Наверное, проблема каждого, чтобы во что поиграть на компе. Нужно всегда нажимать Б через 10 секунд и Стош нажмёт на А. Где эта поехавшая со снотворным? Вот. ДБД только и Банатос играет.
по факту. Я не знаю, Ром, меня не будет на них. Я буду плакать. Ну, я в записи пересмотрю. Я постараюсь зайти завтра. Если у меня получится. Все время Б, да? Или нет? Булочка, ешьте. Я не останусь понимать что-то от тебя. Вы пожалеете об этом. Она очень вкусная. Хорошо, оставь ее на столе, я съем позже. Возьмите прямо сейчас, она свежая прямо из печи. Хорошо, я попробую булочку. Это очень достижение Sleepy Princess. Отлично, можно отсюда валить. Теперь. Чивка с кроликом. О, так. Только ачивка с кроликом осталась. Ок. Да что такое? Что такое, что такое? Где-то мой нож. Блин, я так люблю Итварда озвучивать, но нет. Сейчас засну. Нах. Выцыганивай ее там пока. Да господи, насколько вы можете трепаться? Почему здесь нет просто скипа диалогов? О. О, игра. О. Я от. Вижу тебя, зови. Кстати, узнал, что в Рутоне есть какая-то особенность озвучки сообщений. Что-то вообще сумасшедшее. Хорошо, Итвар, давай ведро свое, и я пойду собирать эту хрень. Итвард, блядь. Гони ведро. Сука. Оп. О, у меня еще фотка осталась с этими колбами. Я чувствую, мы опять будем хренью страдать. Да ты бесит меня, да я пособираю эту хрень и быстрее ачивку сделаю. Да. Тур, иди нахуй, пожалуйста.
Ой, спасибо. Так. Бла-бла-бла-бла-бла. Пойду в деревенский клуб флексить. Давай, Дань. Пофлекси там за нас всех, а то мы ленивые все. Блин, я не могу найти, короче, шнур-переходник, чтобы подключить мобилку к машине, чтобы музыку свою послушать. И мне так больно. Просто. Потому что все эти радио тупые, они какую-то хрень транслируют. Что мне не набьют ебач? Надеюсь, Даня. Ага. Забыл объединить и отдать все сразу. Мех, 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 мех. После стримов, ну, грустного кота из таймеров, да? Блин, они ж классные. Запретил грустного кота, я запрещаю, хорошо. Я что-нибудь другое придумаю, интересно. Чтоб бот спамил. Мне принесли чак-чак, опять Настя на китайском разговаривает. Ну, это заново мне эту хрень выполняет, да? А если я все помню правильно. Это не важно, в принципе, уже. Сейчас только фотку открою. Ах, сигны. Черт, не то. Ром, тебе Тёма сигну сделал или нет? Скотч взял? Взял. Да, сделал. Хорошо.
сюда. Розовый сюда. Синий сюда. И этот. Да, блять, а где он был? А, понял. Ну, у всех сигны теперь, да-да-да-да-да. У всех. Теперь у меня ни соседи не сверлят, а молотком бьют. Отлично. Ёбки. Ой. Да-да-да, спички снова не забыть. Так. Теперь это хрень. Спиртягу делаем, да. Все сделал. На этот раз быстрее, наверное, в раза 4, чем в прошлом раз. Когда я стримил вчера, да? Или нет, я не помню. А вот, кстати, кролик он нам покажет сейчас. Ой, простите. Так. Аля, я помню, как и перед всем классом эксперименты со спиртом делала хуйня. Такая. Типа самая смелая. Тип сделал химию, мне нужно было это сделать для практики. А, ну я думал, это как в классе, типа, кто хочет подержать пробирку? Кто хочет поджечь спирт... этот... как его? Спиртовку? Все, получено достижение. Аллилуйя, мы прошли эту игру полностью. Все. Я не знаю, этот... хосты кому-нибудь китать будем или не будем? Тогда пойду соберусь. О, я знаю, кому кинуть хост. Подождите. Просто кину хост сейчас. Там стримит Куела ДБД. Вот. Ей я кину хост. Она там вроде только-только начала. Все, давайте, ребятки. До встречи.